Итак, всем привет. И мы вернулись и будем продолжать играть в World of Warcraft. И это наша третья часть. И мы хорошие панды. Сидим здесь, ничего не делаем. И здесь дофигища людей. Да-да-да. Что я там хотел? Да, я хотел уйти вот на ту сторону, чтобы посмотреть вот этот квестик. И все равно нельзя увидеть этот квест. А где он вообще? Если он не здесь, где он? Норт, это вон туда. Это ничего, здесь что ли? О май гад, дракон. Нет. Короче, нет. Все, пошли. Ну, может быть, да, в самый последний сезон. Я не буду делать финал, я просто оставлю его так, и потом, когда я начну новый сезон, когда я буду уже левела где-то максимального, и, ну, как бы, как я там дойду, я не знаю, ну, попробую хотя бы купить питомца и полетать чуть-чуть в округе, вот будет мой гол, просто купить питомца и полетать чуть-чуть в округе, вот что я хочу. Ну, так, значит, будем продолжать. Эх, простите за эту большую-большую громкую-громкую музыку. Но, надеюсь, она не будет такая-такая-такая громкая. Так что, так, сколько я прочитал, я делаю меньше фал дамага. Я хочу это узнать. Почему? Просто, почему нельзя как бы вам туда идти? Либо это что, сама игра делает, или это только я? Или это только сервак, на котором я играю? Так запретил мне прыгать туда-сюда. Как бы хочется иногда просто в Assassin's Creed поиграть. Ей, найди меня. Прятки можно потом проиграть, да-да. Ну, короче, поехали. Примите. Жаль, что... Стрелочку нельзя. Транк. Окей. Так не работает. Мы просто пошли туда, поговорим с ними и поговорим с ними, если чем будем. Может, другие квесты. Вот этот квест у меня будет потом. Мне кажется, его надо найти. И... А я... А, наверное, не там. Наверное, не там, где эти гоблины были. Ой-ой-ой. Ё-моё. Наверное, не здесь. Где? Или они вот здесь. И туда мы вообще не хотим идти. Вдруг мы просто будем наше время тратить. Ну, потратим наше время и чё. Ну, лучше не тратить наше время впустую, но... Не так, куда мне это идти? Так, они здесь, так что... Можно проверить вот ту окрестность. Вот, да. The Hand Attacker. О, наконец-то какие-то мини, на которые меня ударяют. Хотя они бьют дофигища молодым огнем. Но... Вот это мне надо.
would you target something first? О, обожаю. Так, теперь наше С и наше. Сначала это надо снять. Классные панда люди. 16-6 армушки. Так и надели. Во, красота. Какая маленькая красота. 13 армушки. 20 армушки снимем. Что я делаю? Я могу просто так делать. Тут надеть. Еще красиво. Вот это красота. Что мы не будем снимать. Что я надел? А да вот, они у меня теперь в таких маленьких рюкзачках. Я помню, это было хорошо. Так, в этом красненьком у меня будет еда. В этом у меня будет ненужная вещь, которую мне нужно продать. И в этом у меня будет классно. Вот это очень красиво. Как бы подходит. Это подходит. И это еда. Да, это еда. Как он кушает? Не понимаю. Так, все. Пошли. Будем убивать фенекинов, или как их там. Окей, все, пошли. Будем убивать этих маленьких фенекинов. Так. Вот так. И вот так. Вот так. Купят тучки, сюрприз. Это я потом продам. Если у меня вообще хватит места. А не-не-не, они стакаются, да, это хорошо. Хорошо, что они стакаются. Нет, я не хочу убивать кролика. Я хороший чувак. Я не убиваю животных. Хотя я это сделал один раз. Вон там. В этом кастле. Так что мне жаль за этого кролика, но окей. Это тоже фенекины, так что их тоже можно убивать. Так что давай-ка немножко доджим их дамаг. О май гад. Мы будем играть за все классы, все персонажи, значит, карта персонаж каждый класс. Так что я хочу очень сильно за Вольгина друида проиграть. Я помню, там был маленький баги с Вольгинами. Я тогда любил всегда, как бы, если потому что, как бы, ты... О, боже, вот это мне надо. Вот это мне надо. А я могу это делать куда-то в комбате. Чувак, я тебе помогу. Знаешь, что ты можешь обилки использовать? Бедный чувак. Еще убегает. Бедняга. Мне жалко за него. Мне жалко. Ну, так. Идем дальше. Я ничего не могу, просто декорация. Можно их убить. О, бедный, он должен их вот так бить. Еще ждать, пока он их собьет. Эх. Эх, ладно. Надо было его выиграть побольше. Это подходит, да. Черненький. Я люблю разноцветненькие, так что это те продукты, очень хорошие деньги. Мне нужно уже шопик найти, так чтобы продать смог что-то хотя бы. Так, еще двоих нужно найти. Они в этой эре. Да, они в этой эре. Они чуть-чуть здесь внизу. Да, вот они. Эти шимпанзе. Графика. Старая хорошая графика.
Просто всегда думал, что в Warcraft графика чуть-чуть получше. Ну, хотя хорошая графика, не надо спорить с этим. Все хорошо, все нормально, но просто... я такой просто, когда просто вижу на что-то, мне это не, чуть-чуть не нравится, я всегда это критикую. И говорю, что может как бы быть лучше. Так что простите меня. За это я буду в видео это очень много раз говорить, так что... Как, например, воу, они могли меня воздавить лучше, или солнце, например, или как бы и солнце, чтобы вот такие рычаги уходили чуть, или что-то вроде этого. Ну, как бы, или чтобы вообще можно было солнце в глаза себе получать, или как-то так, но, понимаете, так что простите меня за это. Итак, да, итак, мы вернулись, простите, я просто и в World of Warcraft буду очень много так останавливать деньги, все это, не, деньги, фу, время. Короче, раз это все два раза, и куда это? Посмотрим, куда это. И вот это туда. Это номер два, это третий вон туда. И ну, это просто идем туда. И, черт. Как я это сделал так, чтобы тут трахер? Все, пошли туда. Все. Мы идем туда. Как я это сделал? Вот так. Нет, чисто. Люди, как я это сделал? Я не помню. О май гад. Как я это сделал? Мне нужно идти вот туда. Speak to the symbols, да. Прежде чем я вообще буду покидать же этот остров, я сделаю как можно больше квестиков. Надеюсь. Ну, чисто как. Нажимаем на это. А, да, окей. Так. Я понял, как это делается. Мама мия, давай. Я какой-то сегодня очень уставший. Мне пришлось два раза это делать, нужно это запомнить. Убирайтесь, мартышки. Видишь, мне нужно кое-что делать вообще. Это не та атака, которую я хотел использовать. Вот это. Во! Во, пора их убивать. Где моя пум? Пум-пум. Еда. О май гад, это я продаду. Что? Что это? Это ща не сумасшество, наверное, да. Наверное, потому что... Всё, я воздух сумен. Я это сделал. А не вот. И мне нужно его убить. Окей. Его убить. Да. Да. Всё. А, я понял, как это работает. Очень даже классно. Это очень даже классно работает, потому что как бы здесь у тебя, насколько я помню, когда сейчас проверим. Да, когда ты начинаешь атаковать, ты получаешь вот такие спириты, наверное, я не знаю. Потом ты можешь их использовать на вот эти атаки. Ну, вот эту четверку. Ну, короче, ну да, вот эти чи. Да, ты получаешь чи, потом ты можешь использовать эти чи, вот так сейчас покажу. Такие чипы. Опять еще одну атаку. Он очень классно играет за него вообще-то. Просто смотри, такой комбо. Делаешь так. И это мне не надо. Мне и так уже слишком много. Так.
Да, вот он. Мне нужно с ним поговорить. Мне нужно вообще найти продавцов, которые все это будет продавать. И не там, где я начинаю. Ой, я не хочу. Нужно вот это сначала сделать и все. Вот. Ой, ну он так близок. Он так близок. Нет. Я еще не готов. Мне нравится, потому что этот батл, это чисто как покемоны. Просто говорю, это чисто, это покемоны. Это покемоны. Говорю сразу, потому что вот эти маленькие штуковины, они чисто похожи. Очень похожи, потому что батлится с этими пэтами и все такое. Так, куда я там хотел? Давай пойдем сюда, этот квестик сделаем, потом вот этот квестик возьмем. И этот квестик он там, этот квестик возьмем там, и... Вот это мы обандим квест, когда мы уже выйдем из этого айленда, потому что он не показывается здесь, я не знаю почему. Наверное, просто из-за... Мне корни? Да, корни. Нужно корни вытаскивать. Класс. Нужно вытаскивать корни. Вот что панды делали все эти годы, вытаскивали корни из этих деревьев. Вытаскивали корни. Они вытаскивали корни, вот что они делали. О май гад. Отлично, не так, ну-ка, нужно поменять мою тройку на что-то другое. Да, взять это. И... Нужно это потом в настройках поменять. Это сюда. Это вообще убегаем. Да, все. Почему оно так светится? Я что-то пропустил. Я вообще хочу это, чтобы оно было... Я вообще это как-то не использую. Так что это может быть сюда. Ну да. Короче, да, понятно. Это сколько? Это энергия? А нет, это один чи. Окей, понятно. Я все почитал, я все проделал и корни. Ну что они делали? Добывали корни. Когда я штаны такие получу? Чисто хочется такие классные штаны. Мне кажется, если ты комплишь вот этот квест, давай. Пожалуйста, скажи, что он все. Вот так фармить чуть-чуть можно. Все. Идем обратно, скажем ему этот квест, и вы знаете, когда мы еще там идем, потому что это уже на дороге обратно, мы уже скажем ему эти все квесты. Сначала Follow me. Кто это, интересно, сказал? Т. Ой, куда это я иду? Постой. Сейчас проверим. Да, это на той мапе, так что я иду вообще-то правильно. А не куда это я иду. Интересно, будем уже заканчивать? Не, не думаю. Беремся до этого квеста, и тогда уже будем заканчивать. Но... Как вам нравится? Играть за... как смотреть, как я играю за эту панда-расу. Если хотите, можете в комментарии ответить. Ну, так далее. Потому что, пожалуйста, оставляйте комменты, чтобы я хотя бы знал, что кто-то смотрит. Кто-то понимает меня. Если нет, то тогда как хотите. Ну, просто оставляйте комментарии, как, например, крутое видео или... Ты неправильно играешь Пандарию, или не нужно делать этого, а делать это. Просто пишите все, что хотите. Я
понимаю вас. Потому что я по-настоящему понимаю вас. Никто, наверное, не захочет смотреть, как какой-то там кто-то играет в вообще даже неопытный. Потому что я, мне кажется, я не опытный в этом Фаркрафте. Я только в него два раза, не, ну, две игры сыграл, и все. Ну, я никогда вообще на максимальном уровне не подбирался, я вообще еле-еле до 30-го добрался. Да, 30-й мой, наверное, максимальный. Да, я играл просто на серваков, там, где были такие тест-сервера. Ну да, тест-сервера, ну, знаете, такие тест-сервера там, ну да. Так, нужно поговорить с ним. А что это? Все, я не ухожу из этой воды. Я чисто не ухожу из этой воды. Обожаю быть скунсом, чисто обожаю. Такой, привет. Я... Я правильно иду, совсем правильно. О, ну чисто я просто не... мне нравится быть... Не-не-не. Ха, теперь я лягушка. Класс. Я могу на них? Я могу на них балансировать. Мне нужно ринуть в тренинг билд. А, да, понятно, потому что кабаны они хотят, чтобы я ринул. Как? Окей, короче, я просто делаю вот так. Супермастер. Прыгаю. Балансирую. Лол. Так. Вообще, где он находится? Я его перепрыгнул. Упс. 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 Упси, дейзи. Интересно, кого превращусь, когда я буду так? Ой, отлично. Не знаю, как слезть. Не, ну правда. Люди. А, вот все. Кого превращусь? Люди. Я должен превратиться. Окей. Мне не надо. Я буду просто лягушкой. Я не стала лягушкой. Ну да. Теперь я стала лягушкой. А, понял, что мне надо делать. Ой, и мне нужно паркурить всю эту штуку. Как это? А, все. Прыгаем туда, прыгаем туда, потом прыгаем туда. И... прыгаем туда. Сейчас слезаем, становимся лягушкой, потому что обожаю быть лягушкой. И мы не лягушки. И что с нашей камерой? Окей, короче. Это было самое странное. Это вообще очень странно. У меня как-то полагивает, так что я скунс. Люди, я скунс. Окей. Hello, friend. Discipline and practice lead us to our full potential. Обожаю. Вот почему я люблю быть друидом, потому что они могут быть разными. И сколько это? 13 армура? 18. Ой. Так, нужно вон туда пойти. Нужно с ним поговорить. С кем-то там. Давай, ну пожалуйста. Вот почему я хочу быть друидом. Потому что
он может каким-то образом получить птичку, и потом он может летать. Я это чисто просто обожаю. Хотя я даже сам не знаю, как это получить, потому что это просто как-то произошло со мной однажды. Ну, до этого я вообще хотел тогда быть давно. Так. Ой, мне еще квесты надо делать. Квесты. Дофигища квестов. Так, что самое близкое? Может быть, ты знаешь, может быть, стоило сделать эти квесты, прежде чем процессить дальше, но... Так, делать меньше. Да, мне нужно их убить. Так что мне повезло. Чуть, немножко пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что это у него там было? Ой, они меня убивают, мне хана. Перестаньте меня. Раз, три. Посмотрим, что мне надо было. Not ready yet. I do not have enough energy. I'll not do that yet. I'm out of range. That ability is not ready. Знаю, что это, но я беру это. Прости меня, черепашка. Ну и... Нет, я тебе не буду. Прости меня. Так, теперь мне нужно с ним поговорить. Ему нужно вообще найти. Те, которые продают. Я получил. Я это сделал. Все. Мой год, я в комбате. А, я совсем забыл, я могу просто это так делать, окей. Нужно запомнить это в следующий раз. Почему я в комбате? Люди, я не в комбате. Как долго это комбатное время? Правда. Отлично. Speak to master. Мне вот это надо сделать и все. Найди-ка посмотри. Что он там смотрит? Эй, постой, у меня не такие штаны. Ну зато у меня синий пояс. Все, это будет мой пояс до конца игры. Хотя он будет плохой, но он будет мой синий пояс. Окей, синий пояс. Пам. Пам. Да, вон там вот этот квест. Да я уж думаю, где он. Так, давай. Я должен технически теперь... Что это? Я обожаю скатов, но... Пожалуйста. Underwater battle. Ей. Наш первый Underwater battle. Честно, мне нравится скаты, только придумайте что-то лучше. Так, мне нужно что-то делать с этим. Сейчас проверим. Ой-ой-ой. Так, сейчас проверим, что мне здесь надо. Да-да-да. А, да, вот. Вот он. Spirit of Water. И я... Ой, май год, он меня еще позен. Если я погибну из-за него. Они левела больше.
чем меня. Да, нет, нет, ну да. Так, мне нужно пойти их похилить, или я погибну. Не-не-не, не-не-не. Где мы эти-то? О май год, хватит. Ой, нельзя кушать. Почему это такое идиотское правило, как бы в комбате? Правда, люди. А вот оно. Я уже подумал, я что-то неправильно сделал. Все. Поехали. Не знаю почему, но я думаю, это быстрее, окей? Вообще, я могу сделать вот так. Нет, я не могу даже это сделать на ланде. Так, куда мне это отдавать? Мне нужно это туда отдавать. Супер. Это мне это надо отдавать. Отлично, я не знаю. А, вот он. Просто не про... Давай! Отличная музыка. Ну, как мне сюда наверх попасть, люди? Ну, всего лишь... А, он там. Вау. Вау. Привет, мастер. Короче, я делаю твои квестики. Soon the Spirit of Water. Да, я хочу Spirit of Water. Я хочу... Лайк кучи эти. И я все еще в комбате. Мне вот этот комбат не нравится. Потому что, видите это? Вы это видите? Просто я не могу полечиться. Потому что я в комбате. Я не в комбате. Ну почему меня тогда... Вот почему. Вот один маленький минус из World of Warcraft. То, что мне не нравится. И мне кажется, да, мне кажется, я вообще не могу. Меня убьют. Это все из-за этого. И
Если я не мог акцепить квест, потому что я был в комбате, то тогда вы не знаете, что я с вами сделаю. Нет. Ну тогда просто уходим с этого Айсленда. Вообще, нам лучше уже закругляться. Так что, всем пока. Сейчас я... Ну, всем пока. Это был World of Warcraft. Мистер Пандарин. Третья серия. Надеюсь, все будет хорошо. И до завтра. Потому что новое видео в этот день уже не будет. Или, наверное. Я не знаю, когда я уплоду это видео, но по моему времени... Новый уже не будет. Так что... Ой. Ой. Так, все. С вами был Никита, или мой ник. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Можете делать все, что захотите, потому что... Все равно World of Warcraft скоро кончится. Потому что... Все равно нам нечего делать, и у нас нет таких характеров большого левела, чтобы просто фрироамить. Ну, я потом создаду одного характера, и уже под самый конец, да, уже это будет долго. Это долго займет, так что сезонов будет много. Один сезон до каждого класса, это очень много. Поэтому, не, один сезон до каждого, ну да, человек, характера и класса, ну да. Всем пока, и надеюсь, у вас был хороший день. Пока!